Сегодня невероятный праздник, день леденцовых петушков. Что может порадовать так же, как это событие, сегодня я попытаюсь узнать. Сегодня отмечается день леденцовых петушков. Да ладно. Ждали долго этого дня? Вообще. Как думаете, что-то сможет вас порадовать еще сегодня? Новая сделка на работе. За удачную тогда, по петушку. Серьезно? Классный праздник. Понятия не имею. Ну, как это? Вышел из этого возраста. Ну, что должно произойти? Ой, чтобы в работе все было хорошо. И тогда вы будете самый счастливый человек. Действительно. День леденцовых петушков. Ого. Вот уже радуюсь, вы интервью берете. Кроме петушков-то... Весело, пацаны, все хорошо, улыбаетесь, и мне хорошо стало. А что-то вот может еще так же сильно порадовать сегодня вас, как этот праздник? Ну, в принципе, нет. Ну, меня порадовало выступление Путина сегодня к федеральному собранию. О чем говорил? Все правильно? Все правильно, все хорошо. Будем хорошо жить. Слушайте, так два хороших события, и петушки-то тут, и Путин. Да, конечно, все совпало. Что должно сегодня произойти, чтобы вы порадовались? Да, абсолютно ничего. Если все смотреть на жизнь с грустной стороны, так тогда зачем жить? Наверное, да. Надо, ну, видеть хорошее в жизни-то. Что должно произойти, чтобы вы порадовались? Я понял ваш вопрос, вот почему выступать пишу, да? Вы про это имеете в виду там? Опять бла-бла-бла? Не знаю. Но сегодня же отмечается день леденцовых петушков. Может, кто-то в любви должен признаться? Возможно. Внимательно тогда смотрим вперед. Там есть кто-то, кто признается в любви? Не видно. Отправляемся на поиски тогда? Пойдем. Пойдем.